Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и разработчики дали нам возможность получить камуфляж на машину, которая не исключено, что отсутствует практически во всех ангарах. Итак, ребят, вы имеете возможность, если победите в течение 5 дней с момента активации данного приказа в 30 боях на 10 уровне, получить себе один из камо на Kampfpanzer 50T. Не у многих есть данная машина, поэтому я сомневаюсь, что будет прям особая популярность у данного мини-ивентика. Но в любом случае вы этот камо можете обменять. Ну а если вдруг чего, оставить у себя в коллекции на случай, если вдруг у вас данная машина должна будет появиться в будущем, поскольку вы ее, допустим, себе хотите. У меня на основном аккаунте данной машины нет, есть на дополнительном. Скорее всего, там я немножечко попотею для того, чтобы успеть забрать данную машинку. Да и потеть-то особо сильно не придется. Все-таки 6 побед в день не так уж и много. Хотя время выделить вам все-таки на это придется. Если данный конкретно камуфляжик вам не по душе, то вы можете взять себе другой камуфляж. И вообще, честно говоря, вот такие мини-ивентики мне лично очень нравятся. Особенно мне понравилось взять себе камуфляж на бабаху тогда, когда можно было выбить себе либо на бабаху, либо на бачата 25Т, либо на одного из тигриков. Короче говоря, это уже третий такой мини-ивентик, я надеюсь, что они будут повторяться. Камо действительно очень красивое, очень классное, и вот этот камуфляжик мне, наверное, даже больше нравится, чем предыдущий. Какой выберете себе вы, ну и в принципе, будете ли вы брать себе в работу данный ивент, напишите, пожалуйста, в комментариях. А еще обязательно подписывайтесь на канал, потому что нам с вами однозначно по пути. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам была полезна данная информация. Всех благ, хорошего прохождения ивентика и удовлетворения от ваших боев, даже если вы не будете выигрывать. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!